playing so far? I thought you could do with a little R&R, so I've arranged a special screening just for you. It's work in progress, but I think you'll appreciate it. I've hidden the tape and a video camera in the mall. Find them. By the way, these guys are packing heat, so you might want to find a gun for yourself. Добро пожаловать в Манхаун, продолжаем прохождение. В общем-то, мы продвигаемся дальше. Наш этот хрен за кадром. Так, кирпич. В общем-то, хрен за кадром нам сказал, что эти парни довольно жестоко расправляются. Ладно, блин, четвертая попытка, ёлки-палки, какая-то жопа. Просто твою мать, какая-то жопа. Когда стреляет, он чуть-чуть замедляется. Минус один. Ну давай, дрянь. Ну, расслабляться рано. Я хоть сейчас и неплохо прошел здесь, но... Вся херня начнется сейчас. Давай, давай, давай. Так, ему последний выстрел остался. Это было неплохо. Так, заберем оружие. Забирай давай. Здесь у нас какой-то зоомаркет. Так, здесь везде у нас, в принципе, свет. Котина. Ну, наверх пошел. Тварь, а? Вот так прикончим. Да, я, кстати, научился разные типы казни делать. Просто надо, когда момент казни, надо удерживать удар, и тогда он будет менять там эту самую цель с серого на разные цвета. И вот, например, там, я когда это все дело искал, ну, вернее, пытался понять, как это работает, там вот у мачете, там три типа получалось казни. А у всяких там, у стекла, по-моему, у мешка, там это по одному. Ну, там без разницы, то есть. Какой цвет. Все, там у нас тоже лечилка. Там наверху паскуда сидит. I'm gonna show you
I guess you're just not up to being stealthy. Отлично. Что, какой-то мексиканец, что ли? По ходу дела. У нас, в общем, здесь 3 этажа, по-моему. Здесь сейф поинт. Здесь у нас закрыта дверь. А что у нас там-то? А это какой-то, видимо... Что там сейфпоинт тоже, значит, мы туда попадем? Видимо, да. Так, отлично. Ну блин, отсюда я хер попаду. Да, отсюда я хер попаду. Не, хотя вроде можно. Хотя, может, неплохо. Да блин, промазал. Всем примерно 3 раза надо попасть. Твою мать. Ладно, 1 остался. Да твою мать, а. Так куда ты целишься-то? Все, готов. В общем, сняли они так нехило. С другой стороны, здесь, в принципе, лечилка есть. Но мы, наверное, сходим вниз за лечилкой сейчас. Там у нас где-то внизу была. У нас еще здесь одна валяется, еще здесь у нас одна есть. Оу, да. Так, ладно, надо дать ему отдышаться. И забрать кирпич, блин. Что-то помню, когда я проходил первый раз. Давно. Это была довольно сложная миссия. Да как он заметил-то меня? Как эта скотина меня заметила? Так налажал. Что у нас здесь? Ну это закрыто. Какой-то бар, что ли, был?
Видимо, да. Где он? Да как меня тогда заметил? Он наверх ушел, да, он получается? Везде свет, блин. Да, нравится. Так. Здесь темно, да? Да, темно. Так, ну вот у нас последний этаж, третий. Нам, видимо, куда-то туда. Выбор-то не особо, он здесь велик. Я так и думал. Давай, давай, давай. Да блин, как ж ты? Тихо, ждем, ждем. Ну, вроде все. Ну да, она походила сюда. Здесь нет патронов там, я не знаю. Чё у нас здесь? Кстати, наверное, туда же вход, только с другой стороны. А здесь у нас аптечка. Пока ее здесь оставим. Подожди, какая вот эта дверь? Я не понимаю, в замок. А какой в какой замок-то? Какой твою мать замок? А, понял. Дробовик. Здравствуй, дробовик. Мы по тебе уже соскучились. Тебе понятно. В общем, здесь у нас только дробовик. И аптечка. Кстати, здесь есть вообще темные места, где бы мы могли спрятаться. А вот здесь вот можно. Ладно, если что, будем сюда драпать. Нам получается в ту дверь. Как-то здесь все не очень, надо сказать. Что там у нас? У нас кирпич. Что, что у нас здесь-то? Не понимаю. Now all you need is the camera.
А, ну не камера, а, наверное, какой-нибудь видеомагнитофон. Что здесь светло, твою мать. Япона, мать, здесь светло. Хотя, я думаю, они сюда и не пойдут. Да, они, скорее всего, там сейчас. В принципе, можно взять аптечку. А, ну, кстати, камера у нас, да, камера у нас в той двери, получается. Так, ладно, сохранились. Ну, погнали. Пошел нахер. Нахер. Еще... Откуда они придут, кстати? Давай, давай, вали его к хренам. Слушай, они оттуда приходят. Хотя они здесь могут откуда угодно прийти. А вон они ходят внизу там. А мы их сможем отсюда, интересно? Да, отсюда их можно, только он, блин, ушел. Надо сходить за пистолетом там. Ладно, погнали. Они куда-то все ушли, блин. Заныкались, твари. Я не догоняю. Что там у нас? Я там был? Ну-ка. А, здесь закрыто, блин, елки-палки. Как бы этих снять-то? Хорошо было бы их отсюда снять. Ну, блин, придется лезть туда. Придется лезть на рожон. По-моему, он сюда прибежал. Не, нихера. Идите сюда, твари. О, тихо, тихо, тихо. Так. Блин, они вот все вот там где-то тусуют, блин. Проблемы. Ага, еще один.
надо идти за аптечкой. А где она здесь была, да? А, у нас еще там была у нас аптечка. Отлично. Где там? Слушай, а ее здесь и нету. Она у нас исключительно только здесь, по ходу дела. Так, берем аптечку. Вот там вот стоит, да, получается у нас. Но я отсюда не попаду по нему. Не, он еще, значит, на этаж ниже. А это у нас здесь, походу, дело стоит подо мною. Где-то вот там вот, наверное. Пистолет пропал, блин. Ну да, значит. Слушай, один у нас. Он там где-то. А другой внизу, что ли, получается? Что-то я не вижу его нихера. Так, где он? Он должен быть здесь. Он в дверях, что ли? Точно, этот дебил в дверях. Как бы это сделать? А если мы его туда вот кинем кирпич? Кинул, блин. Ясно. Если мы кирпич вот туда кинем, слушай, вот ведь паскуда. Допустим. И вот так вот тебя. Я сейчас тебе попаду, тварь. Давай, 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 давай. Вот твою мать. О. Все отлично. Слушай, а дверь-то не открывается ни хрена. По-моему, либо там еще один стоит. Либо она просто не открывается. А как тебя открыть-то, а?
Может быть, как-то вот в эту попасть можно, слушай. Не, нихера. Замка здесь никакого нету. Ладно, не будем тратить патроны. Лечилку возьмем. Здесь как минимум еще один есть. Куда нам идти-то? Где он? Что-то я не понимаю, а где он? Паскуда. Просто паскуда. Так, сохранились. А вот и камера. Так, этот ладно. А где еще один-то? Ага, вот он. В принципе, при желании. Давай, паскуда. Хорошо, допустим. И патроны нужны, блин. С патронами голяк. Да блин, да давай ты. Скорее всего, они внизу где-то. А, вон он где. Как он там оказался-то вообще не... Пошел нахер. Так, ну ладно, мы спустились вниз. И что нам это дает? Да нихера нам это не дает. Так, слушай, реально. Куда нам здесь-то? Там у нас закрыто. Откуда же, откуда-то они ж пришли? Хоть понятно откуда. Твою мать. Просто паскуда такая, а? There's nothing fucking work around here.
чего там? Так, не говори мне, что надо куда-то идти. Чего он сказал? Блин, нужно в подвал идти. Так, а что у нас? А, типа это и есть, да, спуск в подвал? И куда нам здесь? Да я хотел нажать. Да блин, вот это было просто... Просто твою мать подстава была. Что он так близко прыгнул, что, блин, в итоге... Бедного чувака размажили башку. Что он, короче, не мог попасть. Мне нужна аптечка, а то я как-то неуверенно все это чувствую. Где у нас была аптечка? Здесь была где-нибудь аптечка? В принципе, внизу была аптечка, я знаю. Сейчас схожу, а потом уже займемся этим. Так. То ли здесь, то ли не здесь. Не, не здесь. А, погоди, а вот там-то у нас была аптечка. Вот здесь вот. Да, была, точно. Все, теперь идем туда уже наверх. Так, нам сюда, да? Так, а куда здесь именно идти? Сюда? Сказал он, типа, иди в барак. Куда здесь идти? Это же бар, да? Ну... А, вон телевизор. Все, понял, да. Слушай, а вот эта хрень работает? Не, не работает. Так, 3 звезды. Как это, блин? Как оцениваются очки стиля? Что-то я вот не совсем понимаю. Что ж, у нас тут опять очередное задание. Надо будет кого-то освободить. Вот так вот печально, в общем-то, этот хрен, короче, разделался с семьей Кэша. Ну, теперь у Кэша, я полагаю, наверное, будет это месть этому. В общем-то, и займемся мы уже этим в следующей серии. Так что прощаемся мы с Кэшем. До следующей серии.